Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения. Как дела у вас на России? У нас нормально. Как на Украине? Охуенно, я так думаю. Ну дай вам Бог, чтобы всегда было хорошо. Ты прикинь, что будет, если весь мир Россию ссыт, а мы уже 17 дней по щам даем. Серьезно? Прикинь? Ты никогда не задавался вопросом, вот одним простым вопросом, почему весь мир не хочет в это дело вмешиваться? Потому что Россию ссыт. Вот ты видишь, значит, если 200 стран в мире чего-то не хотят, а вы вот одни хотите, значит, кто не прав? Ну, подумай головой немного. Нет, мы-то ничего не хотим. Я бы хотел в мире жить, но какие-то пидорасы. Знаешь, как было? 24 числа, 4 утра, Киев бомбили. Нам сообщили, что началась война. Вот. Я-то не хотел того, но... А Киев сами напросили. Киев бомбили, да? Да-да-да. Точно, Киев бомбили. Именно Киев. И Киев тоже. И Луцк. Не, ну зачем ты меня обманываешь? И Харьков. Зачем меня обманываешь? Луцк. И Сом, и Одесса. И Луцк бомбили, и Одессу Луцк бомбили. Я только что с Одессой разговаривал, а 2 часа назад с Луцком разговаривал. Говорит, вообще ничего. Зачем ты меня... ничего, что я в Луцке живу. Ну, ты можешь где хочешь жить, конечно. Ты можешь в Луцке жить. А когда Луцк бомбили? Что-то я даже в сводках это не видел. Какое смотреть место... лучше надо. Какое место в Луцке бомбили, скажи мне. Так вот. А? Какое место в Луцке бомбили? Аэропорт. Аэропорт? Ну, или часть военную, или аэродром. То есть я точно не помню. То есть сам город не бомбили, Луцк. То есть или часть, военную инфраструктуру бомбили, правильно? Да, да, да. Ну, видишь. А ты сам что, чем занимаешься? Ты в обороне? Ну да. Понятно. И как смотришь картошку на все? Ждем к мясу. И как смотришь на все это? Ну я же сказал, это же пиздец будет, когда мы Россию разъебем нахуй. А если нет? А по-другому быть не может. Почему? Ну смотри, фашисты ведь в 41-м напали, Киев разбомбили, да. В 45-м проиграли. Да, но там проебали. Там был весь Советский Союз воевал против фашистов. Англия и Америка тоже воевала против фашистов, прикинь? Весь мир. Ну да, да, да. О, и еще один прикол. А сегодня стало понятно, кто с немцами воевал, а кто в спину им стрелял. В смысле? В прямом. А кто им... Загранотряды, кто был, понятно. Кто немцам в спину стрелял? Кто украинцам в спину стрелял, понятно. И стало. Кто? Загранотряды, слыхал, наверное? Не, ну, конечно, слыхал. Там и... А те же, что... Те же, кто сегодня ударил. Слыхал загранотряды, слыхал, да. А ты думаешь, украинцы не служили в советской армии, в загранотрядах, в НКВД? Нет, черти были, но гораздо меньше. Меньше, чем чего? Ну, чем вот русских. Вот скажи мне, в Луцке, да, к примеру, вот во время вот НКВД, все эти времена, да? Как ты думаешь, кто были НКВД в Луцке, кто были там ОГПУ и все остальные вот эти СМЕРШи, кто были по национальности? Вот в Луцке, во Львове, кто они были по национальности? Не знаю, честно говоря. Ну, вот может, я думаю, все-таки эти подразделения формировали по национальному и территориальному признаку. Я думаю, все-таки были такие спражни украинские хлопцы. Справжние украинские хлопцы, кацапів на березі вішали. Ты шо?
Нет, те, которые ты говоришь, это бендеровцы, да, вот эти, которых потом поймали всех и этот, ну, в курсе, да? Я имею в виду те, которые с фашистами воевали, вот они как? Они же в советской власти, в советской армии. Я тебе больше скажу, они и с фашистами, и с советской властью одновременно воевали, одновременно с двумя армиями. А как так могло быть, что они вот были в немецкой форме? Как так получилось? Ну, там в основном трофейная форма была. Да, а ты скажи, какая мне, была, такая была. Дивизия СС Галичина, это что было? Во-первых, там было всего 11 тысяч человек. Всего? Во-вторых, да. Ни хрена себе. Ну, да, хорошо. Во-вторых, ну, да. Что? Преступных этих как их преступного они ничего не делали. А, они просто сидели. А, они хлеб развозили. А в-третьих, в 41-м году они прекратили содействие с фашистами. Не-не, они только один бой провели с Красной Армией. Один только бой, потом разбежались все. У нас тут на Волыне бои шли до 56-го года. Не, я в курсе, это уже другие были. А вот эти дивизия СС Галичина, она один бой всего провела и закончилась. А еще были Нахтигаль был такой у вас тоже. Это же ваше тоже, да, все это? Да. Так что у вас там нормально так. С нацистами у вас классно вообще было так, неплохо так, основательно. С фашистами, с нацистами. То есть мне было бы стыдно кого-то еще нацистами называть. Ну, или я не прав?